Сегодня мы в гостях у Валерия Михайловича Калинкина. Человек, о котором можно сказать многое. Он поэт, он военный журналист, он поэт-песенник, а еще он драматург. И обо всем подробнее он нам сегодня расскажет. Валерий Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем, наверное, о том, как вы стали журналистом, военным журналистом. Но сначала я предлагаю вам немножко улыбнуться вот по какому поводу. Когда вот так же меня на моем творческом вечере представляла народная артистка России, известная наш теледиктор Анна Николаевна Шатилова, когда она начала перечислять вот так же, как и вы, поэт, военный журналист, драматург, я сказал: Анна Николаевна, да скажите просто, лицо без определенного рода занятий. Давайте мы вот здесь улыбнемся. Хотя, в общем-то, вопрос, о котором мы говорим, и профессия, в которой я себя посвятил, конечно же, это дело серьезное. Ну, начнем с того, что, как это говорят биографы, прошел путь от рядового до полковника. Я действительно от рядового до полковника в течение без малого 35 лет дошел. Начинал я, как и многие мои сверстники, солдатом срочной службы. Притом, в отличие от некоторых, ну, как-то сказать, представителей, что ли, юности нынешней. Я ни в коем случае не хочу уподобляться старому ворчуну, но у нас сейчас как-то стало модным делать финты в сторону от армии. В мое время наоборот. В мое время это, ну, армия это. В общем, невозможно словами это описать. Я вам скажу, в мое время даже девчонки уважали больше парней, которые отслужили армию. Умницы ваши девчонки. И мои тоже. Я думаю, что вот до какого-то определенного времени вот это действительно было так, что человек, отслуживший армию, да, прошедший армию, он заслуживал уважения. Было. Потому что был, ну, в лучшем значении этого слова, культ военного человека. Военный человек всегда был в фокусе, в общем-то, общественного внимания. А потом мы пришли к сегодняшнему дню, когда сомнению подвергается все. Героика прошлого, героика настоящего, дегероизация прошлого, если так можно сказать. Вы знаете, ну, невозможно это слышать. Александр Матросов зря лег на амбразуру. Зоя Космодемьянская подожгла пустую конюшню. Генерал, легендарный генерал Карбышев, принявший мученическую смерть на февральском морозе, зря не стал служить, так сказать, немцам, ничего бы от этого не случилось и так далее и тому подобное. И вот это, я не знаю, глупистика, вот это вот дегероизация, вот это вот уничтожение, вот это приравнивание, так сказать, напавшего на нас и нас, так сказать, защищавших свое отечество во второй по счету Отечественной войне, на этот раз великой, все это ставится на одну доску по аналогии. Украл ты шубу или у тебя украли, замешан в краже. Ну да ладно. Оставим это. Я отслужил солдатом, проявлял себя, естественно, как военкор. Печатался в газетах Одесского военного округа, Забайкальского военного округа. Я знаю, что вы начали с «Пионерской правды». Начал я с «Пионерской». Вот мы с вами в этом похожи. Я тоже когда-то отправляла стихи в «Пионерскую правду» и подписалась, правда, как мальчик, и мне прислали ответ, что «Антоша, твои стихи замечательные», и все. Вот у вас как это было? Вы знаете, мне страшно повезло. Мне, деревенского мальчишки с хутора Граси, Сталинградской, ныне Волгоградской области, мне повезло. Я об этом вот, когда я вам подарю свой сборник «Тост за Россию», и он открывается моей преамбулой: «Спасибо, Самуил Яковлевич». Я... Тот ли Самуил Яковлевич, которого мы все знаем. Именно тот Самуил Яковлевич. В то время нештатный литературный консультант «Пионерской правды». Это была целая эпопея. Я, сельский мальчишка, послал, значит, свое стихотворение первое в «Пионерскую правду». Естественно, вместе со всей ребятней ждем публикации, а мне приходит письмо. «Дорогой Валера, твои стихи
могут вселять определенную надежду, и при условии их доработки, если мы с тобой будем заодно, то со временем твои стихи может и увидят свет. Обидно было. Да как? Мало того, что обидно. Ну, 9 лет под саду. Сел писать Самуилу Яковлевичу, нашему живому в то время классику, сел писать. Вот вы написали, что мои стихи еще несовершенны. А вот мой друг Васька Мурчуков говорит, что он еще стихов лучше никогда не читал. Да чего там Васька? Тетя Даша Юргалова, наш колхозный счетовод, и та говорит, что лучше стихов она не видела. Авторитеты. Да, авторитеты. Можете себе представить? Самуил Яковлевич Маршак, наша литературная глыба, человечище, пишет пространное письмо. Дорогой Валера, пиши, так сказать, вот ты не судья своим стихам, даже я не судья своим стихам и так далее и тому подобное. И вот эта переписка продолжалась, ну, в течение полугода. И вот я сейчас думаю... Вот если механически перенести те обстоятельства на нынешнее время, кто вот при всем моем уважении к нашим мэтрам редакционным, при всем моем уважении, кто будет с деревенским мальчишкой возиться, когда сейчас во всех редакциях рукописи не рецензируются, не возвращаются и так далее и тому подобное. Да и, в общем-то, то, о чем в основной массе пишет сегодняшняя пресса, особенно с желтизной, там, конечно, там литература не требуется. Может быть, они и правы, что не рецензируют, и бог с ними. Но в конце концов, все-таки мое стихотворение увидело свет на страницах «Пионерской правды». Сейчас с вершин прожитого, конечно, это наивно, это ребячий где-то виск, а тогда день этот много лет назад, холодный и суровый, нам известил Авроры залп рождения эры новой. Ну, как бы то ни было, с этими стихами я на весь район. Вот. Потом районная газета опубликовала, в школе стал, так сказать, из хулиганов превратился в героя дня. Ну, можно, наверное, сказать, что Маршак вам, так сказать, дорожку-то какую-то вот проложил. Конечно. Вернее, вы ее прокладывали сами, но с его, такой сказать, с подачи. Безусловно. Он мне проложил дорогу в профессию. Он мне в одном из писем написал: «Валера, не все люди пишут стихи, а мне глянулись, я вот помню это слово, а мне глянулись твои зарисовки о твоих ребятах, о твоих школьных друзьях. Попробуй писать». То есть он увидел вас? Да. И он увидел во мне журналиста. И вот, когда я уже стал публиковаться в «Военной газете», потом в «Правде», в «Красной звезде», потом уже стал профессиональным журналистом, я не раз, не два вспомнил Самуила Яковлевича, великого, непревзойденного, человечного, человечище. Продолжали писать стихи. Вот о чем ваши стихи? Если вот в какое-то стихотворение, возможно, есть такое, которое бы охарактеризовало вообще вас как поэта? Это, пожалуй, и особенно в эти предпраздничные дни, это, пожалуй, стихотворение «Что такое правда о войне». Я сейчас познакомлю вас с ним. Главная моя тема, конечно, это героика подвига. Это «Россия», «Тост за Россию», мой первый сборник. Это «Этика», «А что у тебя за душою» сборник. Ну и, конечно же, я человек из того поколения, которое сидело на коленях вернувшихся с войны фронтовиков, из того поколения, которые во многом и в моем лице тоже
не дождалось стука в дверь вернувшегося с отца войны, для меня тема нашей победы была, есть и останется одна из главнейших тем. Притом вот такая закономерность. Чем дальше мы от победы, от весны 45-го, тем больше о ней всяких и разных правд. В основном оттуда, где минувшую войну отсиделись за морями и океанами выжидательного двуличия. Но я сказал, что правда, великая правда о минувшей войне – это правда, которая прописана на русском языке и утверждена штыком и огнем нашего справедливого возмездия. Что такое правда о войне? Памяти щемящая истома, реквием в священной тишине, гулкие удары метронома. Что такое правда о войне? До поры отложенные книжки, в черной рамке батя на стене, разом повзрослевшие мальчишки. Что такое правда о войне? Наш верховный, сникший поначалу, как-то не особо, не вполне, и с его предчувствием не совпало. Что такое правда о войне? Левитан в грохочущем эфире. Алые гвоздики на броне легендарных Т-34. Что такое правда о войне? То, что есть и будет жить веками, на высокой искренней струне, нашу память гордо окликая. Что такое правда о войне? Ты, живущий, помнишь ли до ныне? Поклонись березовой стране за ее железную твердыню. Что такое правда о войне? Реквием в священной тишине, боль души, щемящая истома, фото из семейного альбома, легендарный маршал на коне, алая гвоздика на броне и святая память о войне в чутком перестуке метронома. Прям вот в эти дни эти стихи очень актуальны, заходят, и, честно говоря, даже слов лишних и не нужно. Стихи и баллады о главном. А что главное? Стихи о главном. Стихи о земле, на которой живем. Стихи о человеке в шинели воина, который эту землю не раз и не два хранил и сохранил ее до нас. Стихи о женщине-матери и просто о женщине. Я всегда говорил и говорю, что вот самое главное у меня получается женского рода. Героика раз, родина два, армия три, доблесть и отвага четыре и так далее и тому подобное. Но и, конечно же, ее величество – женщина. Я, знаете, сейчас прочитаю стихотворение, которое читаю в каждом своем концерте и на каждом своем творческом вечере. И хотя сегодня далеко не 8 марта, но тем не менее строки о женщине, я думаю, это не только мартовскими, должны быть мартовскими строчками, как правильно сказал один из поэтов, что женщина – это тема круглый год. Потому что, на мой взгляд, женщину придумало небо. Стихотворение так и называется. Небо придумало женщину. Ночь темнотой занавешена. Кажется, нет, не пройти. Небо придумало женщину, чтобы не сбиться в пути. Так уж от веку завещено вымести из дому злость. Небо придумало женщину, чтобы добрее жилось. Бедами жизнь искалечена. Вроде бы дальше тупик. Небо придумало женщину, чтобы мужчина не сник. Умную, шумную, грешную, милых капризов печать. Небо придумало женщину, чтобы любить и прощать. Даром особым отмечено счастье и радости для. Небо придумало женщину. Небо придумало женщину. Небо земную придумало женщину, чтобы от восторга кружилась земля. Прям даже хочется. А что это за Лариса с сокровищами? Я прям на них смотрю, мне интересно. А любопытство, знаете, как у любого журналиста. Естественно, да. Без любопытства нет нашей профессии. Я всегда говорю каждому, кто видит этот ларец,
что я человек, в общем-то, вполне нормального, скажем так, достатка, считаю главным своим богатством, подаренный друзьями, вот этот ларец. Я предлагаю вам его открыть. Откройте. Опа! Ну, здесь, конечно, сокровище, но для каждого, наверное, сокровище это понимание совершенно разное. Можно достать, да? Я вам предлагаю взять вот эту книгу, открыть ее на закладке и прочитать подчеркнутое карандашом. Это, в общем-то, совпадает на 100% с тем, о чем я... Да, пожалуйста. Кто оставил после себя хоть одну светлую новую мысль, хоть один полезный для человечества подвиг, не умер бездетен. Вот это, я считаю, одна из изюмин вот этого вот ларца сокровищ. То есть вот эти книги – это ваше сокровище? Это мое сокровище. Это, знаете, вот когда читаешь такие вещи, первая мысль, что ты бы тоже под этим подписался. Но не каждому дано быть Бестужевым-Марлинским. Ну, наверное. Человеку сложной судьбы, вы знаете, декабристу, ссыльному чудом избежавшему казни. Но вот писавшему такие мудрости, которые сквозь века. Вы работали с такими известными композиторами, как Морозов, да, вы уже об этом говорили, Евгений Дога, Толкунова ваши песни исполняла. Вот это только то, что я знаю. Расскажите нам вот именно о себе, как об авторе песен. Ну, вновь и вновь я повторю, что лучшие свои стихи я вижу в музыке моих соавторов. Мои соавторы... Они же и мои друзья, потому что по-иному, в общем-то, быть не может. Как правило, дружба творческая переходит и в дружбу человеческую. Вот если брать Морозова, например, вот да. Какая из песен вам самый такой, как скажем, тандемный такой случай был? Самое лучшее, что из вашего общего? Да ну, из 150 трудно, ведь музыка Морозова, ну, она... Ну, может быть, да. Что-то запомнилось? Ну, конечно, знаю, конечно. Может, конечно. Вы спорили о чем-то долго? Я скажу так, наиболее востребована зрителям и слушателям. Но это, конечно же, «Поклонная гора», наш гимн, в общем-то, «Поклонной горе». Это, конечно же, «Потанцуем вместе», озорная такая песня, исполняемая Мариной Парусниковой, его генеральным продюсером и его женой. Это замечательная пара. Они и в дуэте вместе. Дуэт называется «Маэстро и Марина». Вот. Но у меня запоминающиеся вещи есть не только, скажем, с Александром Морозовым. Скажем, вы придете, если на нашу ВДНХ, выставку достижений народного хозяйства, то там три раза в день звучит наш с Валерием Семиным, это другой мой соавтор, заслуженный артист России, артист театра, кино, телеведущий и композитор, и баянист. Один из лучших в России баянистов, к слову, не потому, что он мой соавтор, то три раза в день звучит наш гимн, гимн ВДНХ. А как в наших доблестных вооруженных силах относятся к мезальянсам наших вооруженных защитников? А, положительно, особенно когда их почитают как сподвижников Александра Македонского. Откуда про Македонского? От Гены, воздыхателя твоего. Подсел он как-то ко мне, пока я ожидал тебя, и давай меня воспитывать. Хотел я было с ним подискутировать, да объяснить, что женщина, мол, сама выбирает, быть ей с ровесником античного полководца или с малосимпатичным поклонником наших дней. Да не стал, а вот только спросил. Вот ты, Гена, студент исторического факультета. Назови мне место самого крупного танкового сражения Великой Отечественной войны. Под Сталинградом? Встречно спросил меня Гена. Нет, отвечаю, под Курском. Странно резюмирует Гена, очень странно. Обороняли Сталинград, а танки сражались под Курском. Очень хочу, чтобы ты знала меня не таким, как в телестудии. А чуточку другим. Я тоже очень этого хочу. Ну и, конечно же, вы известны как драматург. Премьера спектакля, о котором сейчас пойдет речь, «Причуды мезальянса» по моей пьесе,
Эта премьера состоялась в прошлый год в ноябре в Центральном доме журналиста. Ну, какую же еще сцену для премьеры своего спектакля выбирать военному журналисту с более чем четвертьвековым стажем? О чем пьеса? Знаете, накануне премьеры в Центральном доме журналиста я дал интервью литературной газете. И на вопрос, скажите вот коротко, о чем пьеса, я сказал, пьеса вот о чем. Перефразируя слова Пушкина, мои герои стремятся доказать, что любви все звания покорны. В центре пьесы и, естественно, спектакля образ героя-современника, офицера, впоследствии генерала, прошедшего через горнило локальных войн. Простите мне этот штамп горнила, ну, по-иному, наверное, и не скажешь то, что порою выпадает на долю военного человека. И человек, который был ни раз, ни два на линии огня, на волосок от смерти, но при всем при этом сохранил себя как мужчину. У него не очень-то сложились отношения с той девушкой, которую он встретил еще в капитанскую пору. И вот в течение всего спектакля они оба пытаются доказать разными, естественно, способами, что не все еще потеряно. В ваших спектаклях звучат ли ваши стихи, звучат ли ваши песни? В моих спектаклях звучат только мои стихи. В моих спектаклях звучат песни, написанные с моим участием, потому что мои песни может сказать только бард. Я не бард, я пишу стихи, а композитор пишет музыку. Безусловно, ни один спектакль не обходится без моих стихов и без моей музыки. Я в метель с морошею и в дожди колючие не встречал хорошую, может, встречу лучшую. Ты моя отрада, ты любовь моя, ты моя рулада, ты соловья. Может быть, что-то уже есть в работе, что-то еще какие-то планы именно театрального характера есть у вас, что вы еще доверите режиссерам, возможно, женщине? Вы знаете, в наши планы и прожекты вмешалось, вы знаете, что. И тем не менее. Ну, а всего-то, кстати, у меня на московских сценах поставлено 3 спектакля. Написано больше, но поставлено 3. Все они военной тематики, потому что я, отдавший армии без малого 35 лет, посвятивший себя военной журналистике, а военная журналистика, это я говорю так, военный журналист, вернее, это понятие, где в двух словах имена существительные, и военный, и журналист. Так вот, я и пишу в основном об армии. Ну, конечно, в поэзии, в стихах, вот в этих сборниках, там тема и Родины, там тема любви, там тема этики, морали и так далее и тому подобное. А вот пьесы мои, моя, ну, скажем, как-то неудобно говорить о своей работе драматургия, вот, потому что я всегда говорю, когда меня называют драматургом, я вижу Александра Николаевича Островского, сжимающего кулаки. Вот. В моей драматургии, конечно, это военный человек. У меня была пьеса для двух актеров, при одном неизвестном, сыграна прекрасной актрисой театра Маяковского Любовью Руденко и театром на Таганке Александром Цурканом. У меня была пьеса «Звонок после паузы» о любви и верности, испытанной в Сирийской войне. И вот пьеса «Причуды мезальянса» о моем современнике в погонах офицера и генерала. Валерий Михайлович, ну вот, мне кажется, что творческий человек, его все время что-то должно подпитывать, да? Ну, бывают моменты, когда не пишется, там, не сочиняется еще что-то. Вас что подпитывает в жизни? Всегда ли вы готовы, вот как говорят, как говорил Юрий Олеша, ни дня без строчки, вы так живете по этому принципу? Или все-таки тоже ждете своего какого-то вот, какой-то минутки, какой-то музы? Вы знаете, я же воспитан журналистикой. Там пришло к тебе вдохновение, посетила тебя красавица муза или обошла тебя стороной, а садись и в номер срок давай. Передо мною, как человеком, пишущим стихи или работающим в драматургии, такой задачи не стоит. Но именно вот эта вот тяга к перу, к бумаге, выработанная в ходе четвертьвековой журналистики, она меня, конечно же, в любой момент усаживает за стол. А уж когда так называемый творческий зуд, тогда уж,
тогда уж, конечно же, бегом бежишь к авторучке, к этому вечному инквизитору листку бумаги, и садишься и пишешь. Это когда есть вдохновение. Вот. А когда вдохновения нет, а стих сначала пошел, или стих, или, скажем, публицистик, или что-то еще. Сначала вот пошло, ну, наверное, это каждому знакомо, кто работает в журналистике. А потом вдруг что-то да не то. Вот тут ветер не шурши, жена замолчи, кошка не скребись. Ничего себе! Вот это да! Ну, что-нибудь нам напоследок почитайте. «Разговор с судьбой». Что ты, судьба, напророчила? Может, откроешься вдруг? Только б не боль одиночества, только б не холод разлук. Если грехи с покаянием, если беду сбереги, только друзья бы не хаяли и не хвалили враги. Что там судьбой уготовано? Облачно или гроза? Только глаза бы не в сторону, только глаза бы в глаза, только бы слезы не брызнули там, где не место слезам. Только не тосты на тризну бы по недожившим друзьям. Все от чего-то загадкою, все, что не есть на веку, только бы жить не украдкою, только бы уйти на скаку. Вот это стихотворение, пожалуй, и есть, ну, что ли, одно из заглавных в моем творчестве. Спасибо вам большое. А я напомню, что мы были в гостях у Валерия Михайловича Калинкина, поэта, военного журналиста, драматурга, замечательного человека.